Здорово, но все-таки второй матч на сборах получился поживее, поагрессивнее, моментов было побольше. Есть, это правда. Меня это удивило. Вчера у нас были две серьезные тренировки со серьезным нагрузком. Примерно вчера пробежали каждый футболист 11 километров. И сегодня утром у нас была тренировка, и из этого я очень доволен, как команда старалась, какое настроение было у них и как играли друг за друга. Почему получились два разных тайма? Первый тайм у нас была проблема. Команда не понимала это, что сегодня делали на тренировке и какая задание были. Два опорно очень низко спускаются в последнюю линию, и в периоде было много пространства за эту команду. И, конечно, это был проблема. После этого променили состав чуть-чуть, променили три футболиста, и второй тайм был лучше. Зоран, вы сделали ряд замен в перерыве во время второго тайма. Один из вышедших на замену забил гол, Евгений Ребенжа. Как вы думаете, этот гол придаст ему уверенности? Я думаю, что да. Нападающий самое главное, когда дает гол. Просто у нас много разговора есть каждый день, чтобы он возил уверенность на себя. И я сказал, как Ребенжа, так и другой молодой футболист, что у меня нет разницы, что он молдаван или что он молодой футболист. Только хочу отказать, чтобы дал все от себя, и чтобы было, это каждая тренировка, чтобы было качественно. И сегодня так получилось, дай Бог, чтобы он так и дальше работал. Он должен сейчас, после этого гола, он должен работать еще больше, еще лучше. Ну и вопрос по поводу сборов. Здесь, в Турции, вы сталкиваетесь с какими-то проблемами? Нет, слава Богу, у нас все нормально, травмы нет никакой, конечно. Много нагрузки есть каждый день. Сейчас уже и проблемы по психологии есть. Я сказал ребятам и вчера, сегодня будет очень трудная игра. Из-за того, что они уже устали. И сейчас надо больше думать. Надо быстрее играть, сколько это можно, чтобы не было много контакта и с травмой. И дай Бог, чтобы так и закончилось. Спасибо. Спасибо.